стране. Так будет во всех городах СНГ. Thank you.
уверен, что за ближайшие 10-15 лет не появится какого-то человека, который сможет побить этот рекорд. И это люди, которые, благодаря которым сегодня вот первый ряд, который здесь сидит, и люди, которые в зале, которые даже заработали больше 100 долларов, это только благодаря тому, что они полетели в Канаду и привезли огромный год сюда. И благодаря сегодня им создаются и затрагиваются судьбы во всем СНГ, в Европе, в Америке, в Азии. И поэтому я бы хотел, чтобы вы сейчас мне помогли, потому что всю ту энергетику, которую вы сейчас дадите, эта женщина отдаст вам. Спасибо большое.